его сегодня отдать, а банки репрессируют этих людей, унижая тех, кто вложил копейки денег в кредитные союзы в надежде на то, чтобы хоть на старость как-то себе накопить, а сегодня власть их бросила и не возвращает ни копейки денег. Поэтому мы подготовили законы по народной реформе, они не захотели их принимать. Мы приезжали 19 мая под стены парламента, они не захотели нас слышать. Мы сломали там 3 ноября забор и сказали: хватит, мы не будем вам больше подчиняться. И 1 декабря мы проведем стачку по всей стране. И тысячи предпринимателей уже со всей Украины сказали, что они будут ее поддерживать. И мы дойдем до того, что покажем, кто сегодня платит налоги, кто сегодня живет и кто реальный хозяин в этой стране. Мы объединимся в единое всеукраинское движение. И мы продемонстрируем силу народа и кто реальная власть здесь. И мы сделаем все, чтобы перезагрузить власть, победить эту власть и сделать Украину сильной. Но все это мы можем сделать только вместе. Когда мы едины, тогда мы непобедимы. А когда нас сварят, когда нас специально разъединяют, когда специально устраивают скандалы между...